выезд русской тройки, азарт аукционной борьбы и показательная выводка лошадей. На Московском конном заводе номер 1 в поселке Горки 10 состоялся ежегодный аукцион орловских рысистых лошадей. Это традиционный аукцион, уже 20 лет проходит он в Московском конном заводе, продолжает традиции еще советские, еще в прошлом веке тут аукционы проходили. Сегодня первый раз мы пускаем еще просто зрителей, и аукционы развиваются, поэтому здесь будут разные лошади. На продажу выставлены орловские жеребята 2020 года рождения, полученные от известных производителей. По мнению покупателей, лошади имеют отличные перспективы в бегах, экипажной езде, на выставках и в разведении. Раменские ипподромы и я, как коневладелец, имею уже, наверное, 20-летнюю историю участия в данных мероприятиях на аукционах. Уж куплено лошадей несчетно. Красивые и резвые, лошади здоровые и подготовлены отлично, и это вдохновляет потенциальных покупателей. Прямо на аукционе Владислав решил сделать необычный подарок своей супруге. Мы полтора года уже женаты, вот, Лара очень любит лошадей, вот, начала заниматься, и я надеюсь теперь, что у нее будет дополнительный стимул, раз есть своя лошадь, продолжать это дело, потому что действительно интересно, здорово. Аукцион – это в первую очередь встреча единомышленников, истинных ценителей. Торги прошли успешно. В этом году своих покупателей нашли 18 лошадей на общую сумму $66 300. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».